Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Тренировка у нас завершена, поэтому давай мы заберем наш отряд и сразу же его отправим обратно. Блин, я в шоке, сколько он у меня будет прокачиваться, а? Хоть один бы повысил бы уровень, нет? Нифига. Так, ну что, смотри, 15 карточек на термина, 9000. И плюс толкатель, Ракоша и богиня солнца. Ну, что тебе могу сказать? Эти все бойцы у меня прокачаны, поэтому как бы особой радости они меня не вызывают. Так, ну что, возьмем, наверное, наш отрядик. Вот этот вот, скорее всего. Нет, подожди, не этот. Блин, а какой взять отряд? Хотелось бы послабее. Да фиг с ним, давай этот возьмем. Ну что, поехали. Ну, что тут можно, в принципе, наверное... Давай попробуем одной каточкой. Успеет он до замка долететь? Вот на это, ребят, я и рассчитывал. Чтобы сразу просто вырубить, как говорится, быстренько и эффективненько. Так, у нас ежедневное событие. Ну, ребята, ведьма разыгрывается в награду. А все прекрасно знают, что ведьма у меня по фулке прокачанная, так что ежедневное испытание сегодня пролетает мимо нас. Ну, а мы отправляемся на поле боя. О, да, мы не прошли с тобой. Да, вот из-за этого Рунина. И я считаю, что, ребят, вот этот отряд как раз будет самое то. Почему? Ну, во-первых, здесь есть ползун, который может его спокойненько вырубить. Надо только дождаться. Вот так вот он делает. Плюс выпустим фехтовальщика и, наверное, ниндзю. Вот так вот это выглядит приблизительно. Да, вообще без проблем. Да, Ронин вышел, что-то там махнул мечом и все, ребят, сразу отдупился. То есть законтрил я его капитально здесь, ничего ему не дав сделать. Да? Ползун, он у нас очень дешевый и как раз он эффективен против таких, как Ронин, Лучница. Кто у нас там еще есть? По-моему, Хилбота, он очень хорошо бьет. В общем, Бродягу довольно неплохо станет. Так что, ребят, вот в этом случае, да, он помогает здесь. Я, опять же, оставляю этот отряд, потому что здесь Ронин остался. И он его наверняка будет выпускать. Может быть, конечно, он выпустит, скорее всего, в первую очередь, Терракошу. Тогда я успею взять себе... Опа-на. Опа-на. А вот это вот, ребята, уже... Беда бедовая. Заморозься. Ну, понятное дело, что выходит этот охламон. Блин, давай сделаем таким вот образом. Пускай они там постоят, подумают над своим поведением. Я что-то не пойму, кого они там бьют-то? Блин, Ронин освободил, ты прикинь? Ронин освободил их из клетки. Нет, так больше не надо делать, ребятушки. Вы завязываете, давайте. Дурку-то врубать. Так, ну что, пойдем на следующий этап. Глянем, что у нас тут. Ёк-макарёк, опять же тут Ронин. Тут еще и тигр. Да, вот я ненавижу. Вот этот отряд, мне кажется, самый такой сбалансированный у него. Потому что и Ронин, и тигр как бы... Не законтрить получается его хорошо-то. Благо, ниндзя справляется очень даже хорошо. Так, ну мне нужен джиггернаут, понимаешь сам. Опа, а вот это было подленько, серьезно тебе говорю. Вот это вот было вообще жестко. Слушай, я знаешь, что хочу сейчас сделать? Давай, наверное, клетку выпустим. Вот, и я хочу сейчас... Вот так вот сделать. Пускай знают щеглы свое место. Ха-ха.
На тебе. Ох, сейчас мы тут кому-то лица-то разворотим, да? Кому-то лица сейчас мы разворотим здесь по полной программе. Все, все, у него тут шансов нет на выживание. Конечно, тут такой прессинг пошел, что мама, не горюй, порежь колбаски. А тем более, когда папа может, то это вообще труба. Ну что, переходим на предпоследний. Ах ты, жулик. Бесявый, ребят, на самом деле, вот этот охламон. Все прекрасно знают, кто это и зачем он здесь явился. Это Вуджен. Это, ребята, Вуджен и... Блин, он будет пробивать весь ряд. Ну где? Так, он не стал выпускать Ронина. Поэтому я сейчас... Ой. Вот об этом я и говорил, что... Так, ну если мы успеем армию, давай я так сделаем. Оп! В принципе, ребят, все очень даже офигенно получается. Так, цапля, вали отсюда. На тебе. Ну, понятное дело, что он там в каменную эту превращается в глыбу. Я тебе сейчас хыкну там, хыкает он мне уже. Все, друзья мои. Финита ля комедия. Выиграли. И практически без проблем. Ну, клетка очень хорошая, ребята. Так, эксклюзивная средневековая комбо. Фига себе. Эксклюзивная, ребят. Так, а у нас последний этап. И здесь опять же вся эта шайка-лейка. Плюс еще не забывай тут бог ветра. Попробую взять этот отряд. Наш топовый. Так, исследователь завершено. Так, он, по-моему, Ронина будет выпускать, насколько я помню. Первым. Ну да, так оно и есть. Ну, здесь нам, по-моему, может рыцарь маг. Да, мой Ронин, как всегда, ребята, не вышел. На скоростях, на спидах, так скажем. Он просто вышел погулять. Так, ну, погнали. Сейчас хыкну там, хыкает он мне. Вылупляем, вышел, 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 друзья, вышел он. Все, по-моему. Его песенка спета. Или не спета? Не, должна быть спета. Тут уже хоть захыкайся, хоть зашмыкайся. Тут уже тебе, парень, ничего не поможет. Ведьма там кричит что-то. Ругается такая. Ах вы, гаденыши, пришли на нашу территорию. Ну, это вам всем. Супер палочкой попревращала их в кого-то там непонятных существ. Ну что, я получил награду, друзья. И у нас тут еще одержать победу в битвах отрядом Б. Уничтожить 30 бойцов нежити. Так, подожди, я разве магазин не посетил? Бесплатно же должно же быть что-нибудь. Нет, ребят, бесплатно тут ничего, к сожалению, для меня нету. Ну что, мы двигаемся дальше, друзья. Мы забираем здесь награды в этой нефритовой империи. И переходим на территорию роботов. Так, все-таки извините, ребят, но я восстановлю справедливость в нашем отряде. Наверное, вот здесь вот, да? Отряд С пускай будет у нас. Я хочу вернуть в нашу команду потерянного бойца, который был у меня испокон веков. Я не спорю, тыквоголовый, ребята, тоже очень хороший боец. Я не спорю в этом. Но вот этот боец мне нравится больше. Почему? Три стрелы, друзья мои. Три. У тыквоголового одна. Не то не стрела, а тыква. А у этого три стрелы. Соответственно, он наносит урон сразу трем противникам. Вот в этом, в принципе, его фишка вся. Так, ну что же, а у нас территория роботов. И для этого можно взять... Ну, думаю, что вот этот отряд, в принципе, справится. А тут довольно медлительные юниты. У зомби, у мертвецов, да, у нежити, у него довольно медленные юниты. За исключением, наверное, прыгуна. И то, когда он в истерике впадает, тогда да.
А в остальном они очень медлительные. Подожди, а при чем здесь? Я что-то не то, не то, ребята. Я смотрел на свой отряд про зомби, да? А мы-то воюем с тобой против роботов. Молодец, Рэй. Ну, в общем, смотри, у зомби очень медленные юниты. Возьмем так. У роботов, в принципе, тоже, ребята, я бы не сказал, что очень быстрые, тоже медленные, но они, гаденыши, очень жирные. И очень имеют много всяких свойств. Такое, как, например, повторное восстановление, да еще там что-то есть. Заморозка есть, притягивание, отхиливание. Много у них там целая база всяких способностей. Довольно хорошо им помогающих. Один щитобот чего стоит. Который идет со щитом. Этот щит, если у него выбьешь, он идет просто как боец. Плюс он очень живучий. Или вот как толкатель. Он медленный, ребят, толкатель медленный. Но со своей массовой вот этой вот атакой он уничтожает всех, кто возле него скопился. Так, а что я тут стою, выжидаю? Скажи ко мне на милость. Джаггер, помогай. Ой, Джаггер, молотильщик. Вот он. Вот он, ребята, явился, блин. Давай хоть корни поставим, что ли, я не знаю. Надо как-то их замедлять. Не вздумай, блин, подойти ко мне только. А то он может, ребята, у него волна очень большая. И она наносит урон аж может до самого этого, до моего замка дотянуться. Ух, шикарно. По-моему, нам повезло здесь. Да, и БФГшка, кстати, не подводит, очень хорошо бомбит. Ну все, тут ему кранты. Тут мы его подловили. Так фиг ли, два служителя тьмы позади стоят и просто отхиливают свои же отряды. Классно. Так, ребят, третий этап. И здесь, да ничего страшного здесь нету. Здесь робот с ракетой. Ну да, стоит он сзади, там пыхтит, как обычно. Но если мы его подловим, то толку от него никакого нету. Он очень хорошо бомбит служителей тьмы, кстати. Вот если они будут стоять в кучке, им достанется в первую очередь. Блин, опять Джаггернаут. Он достал уже вызывать именно его. И этот еще вышел. Репульсор. А вот о чем, ребята, я вам и говорил. Видишь, явился. Слава богу, он не попал по замку волной. То есть нам повезло сейчас в данный момент. Ну, давай БФГшку, наверное, еще позову. Вот, опять начинает. Как же он меня раздражает. Пыхтун этот. А, служитель! Все, размотали служителя, к сожалению. Тебе не кажется, что он чересчур тут оборзевший? Он офигел уже, Джаггернаута за Джаггернаутом отправляет. Там урон не получили случайно, не? Все нормально. Вот этот пыхтун там выходил сейчас, пыхтел. Ну давай, 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 там уже раскручивайте его. Деда позвал, но уже слишком поздно. Потому что мы уже тут разобрались с ними. Так, ребят, ну что, четвертый предпоследний этап. Я ничего менять не буду. Здесь толкатель, Джаггернаут. Спортивный робот, тень толка я его называю. Ну что, как всегда, по старой традиции вызывает Джаггернаута, да? А мы, как всегда, по старой традиции вызываем голема и защищаемся. Или все-таки он даст мне возможность вызвать деда? Не знаю, ребят, паршиво как-то все здесь. Ну, видишь, что творит? Видишь, что вытворяет? Есть. Заклепали ему. Сейчас будет тень толкай тянуть. Оп, видишь, что он теряет. Ну, слишком сильно он тут не повыпендривался.
Ну и можно уже в конце концов выпустить и дедулю на поле боя. Еще корни выпустим. Да тут и без деда мы справимся. Хоть дед, конечно, и бежит, сломя голову. Если это можно назвать, бежит. Ты смотри-ка, он еще даже ударить успел у меня, дедуля-то. Наяривать там будь здоров. По красоте. Просто по красоте. Ну что, у нас последний этап, друзья. Это вот этот. Ох ты. Помнишь, мы с этим ядерным роботом еле успели в прошлой серии? Или в позапрошлой? Он уже готов был взорваться, мы его там, не знаю, чекрыжили. Благо все получилось. Сейчас попробую начать все-таки с деда. Да нифига не получается, не дает. Элементарно не дает мне его призвать. Он еще такой живучий, этот джиггернаут, посмотри. А вот и дед, а вот и корни. На вам всем по башке надавал там нормально так. Так, пока нормально, все тихо. Нету этого робота. Да он и не появился. Он даже и не вышел. Ну, не соизволил. Не соизволил показать свою морду, так скажем. Ну что ж, для меня это только плюс. Сундук робота мы забираем. И вот такая вот, ребята, награда нам выпадает. Оу, да мы уже... Мы уже до следующего портала дошли. Ну что ж, вперед. Кстати, друзья мои, кто знает, что сегодня за день? Для меня лично. Наверное, никто не помнит. Блин, сегодня такой день, а мне на работу, ё-моё. Даже обидно. Ладно, друзья мои, поехали. У нас с вами долина подданных, собственно, персоны. Здесь у нас энергии уже не осталось. Я возьму, наверное, ну, вот этот отряд у нас только остается на данный момент. Тут рыцарь, ну, точнее, паладин. И мелкая букашка, вот она бежит уже. Ну, само собой, ребят, читобот у меня намного лучше будет, сильнее и быстрее. Но все равно натиск он так долго не продержит. Поэтому выпускаем паладина. Он тоже, как говорится, не спит и вызывает тоже паладина. А мы в противовес вызовем вот так вот, всадник на журавле. Ну, и чё? Баллисточка пошла. Опа. Опа, сейчас будем поливать стрелами здесь. Да, конечно, он тут ничего нам не сделает. Тут такая боевая броня стоит. Там три щитобота. Их попробуй-ка пробить. Тут одного-то еле пробиваешь, а тут три. Посмотри, баллист как бомбашит. За километр. Да? Что и требовалось доказать. Все прекрасно. Так, ну мы продолжаем наши поединки. У нас здесь... А это старый стандарт. Копейщица. Замухрышинская выходит. Блин, мне нравится, как вот здесь вот фон выглядит. Мы с тобой как бы на такой, на ледяной дорожке, да? Стоим, и речка такая течет. Выглядит очень даже красиво. Мне нравится. Так, он вызвал паладина. Мне надо, наверное, тоже паладина вызывать в первую очередь. Ну-ка, попробуем так сделать. Заморозочка сработала.
Я не знаю, стоит ли мне сейчас вызывать друидку. Давай позовем, так уж и быть. Само собой, друидка, если подошла сюда, все, все, пускай даже забудут о какой-то там, я не знаю, какой-то там даже шанс на победу. Нет, она подошла, все, это пиши пропало. А мы переходим на третий этап. Вот здесь вот немножко похуже, здесь прибавляется, ребят, грифон. Ну, паладин, да, он может с ним справиться, с грифоном. Да и баллиста. Баллиста даже лучше справится с грифоном. Но если будет, естественно, прикрыто. Потому что если не прикрыто, грифон его раскатает быстрее. Так, началось, да, короче. Единственное, что щитобот, он как бы медленный. Это вот есть такое за ним. Очень медлительный. Но еще раз говорю, ну зато очень эффективный. Деньгу отдай сюда. А вот, ребята, и грифон пожаловал. И, как ты видишь, баллиста все равно до него достает. Вот и все. Несмотря на то, что он там стоял, далеко бомбил, баллиста очень хорошо его достала. И самое вот, что интересно, что вот этот вот предсмертный крик в виде огненного феникса, он не достает до баллист. Когда ниндзя бомбит, например, сюрикенами по грифону, он убивает вот этим вот своим предсмертным криком. Баллиста же нет, баллиста избегает этого смертельного урона. Ну что, то же самое, ребят. Никаких абсолютно отклонений не будет, все то же самое. Мне нравится, как выглядит их собор. Довольно прикольно смотрится это все. Такие еще горгульки там, да, по краям стоят. Ну что, паладин он вызвал. Я могу, в принципе, знаешь, что сделать? Попытаться успеть. Блин, он не даст. Вот не даст он мне. Я хотел... Не дает. Не дает, ребят. Я хотел сделать... Этого призвать. Друидку. Так скажем, одним словом. Жжж. Отлетел. Но баллиста наносит, конечно, намного меньше урона, чем та же самая ниндзя или еще кто-нибудь по атаке, именно по танкам. Этих-то она роняет быстро, вот этих всяких мелких шипзиков. Вот это мне понравилось сейчас. Мы поставили синий, красный тотем, точнее, в середину, и всех наказали. Кто-то там он сгорит. Что-то жареным запахло. Ты заметь, когда у нас друидка в отряде, да, когда мы ее вызываем, у нас такая армия накапливается. Неимоверная. Потому что никто практически не погибает. Она всех успевает отхилять. Поэтому тут шанс, чтобы кто-то что-то нам сделал, очень-очень минимален. Просто раскатали и все. Насколько я понимаю, у нас последний этап здесь. А босс... Пхе, я тебя умоляю. Босс тут епископ. Сейчас мы его будем раскатывать, ребят. Никуда он от нас не денется. Ну куда ты бежишь, прыщ болотный, а? Вот куда ты бежишь? Бежит он там. Довольный. Ну что там опять, лучница? Блин, ну ладно. Встретим тогда тоже. Даже вот так еще сделаем. Грифон. Грифон пришел. На тебе стрелой. Вот что мне нравится, мне он бомбит тремя стрелами. То есть одна стрела. О, уже вышел. Так, ребят, он уже явился.
А в моих интересах как бы... Карточка на грифона выпала в коем-то веке. Блин, он, епископ достался своими щитами. Он щиты на всех вешает. Все. До свидули, как говорится. Минус грифон, потому что тотем красный его добил. А тут уже все. Извиняйте. Да, быстро размотали. В этом огромный плюс. Вот, баллисты мне, конечно, в этом плане вообще устраивают. Ну что, забираем нашу награду. Это у нас сундук подданных. И из него нам выпадает... ну, только деньги, что, наверное, меня заинтересует. Так, и у нас территория нежити пошла. Так, а у меня что, только лишь вот здесь осталась, получается, награда. Ой, награда. Бойцы. Получается, чумуха, да, у него там вылетит должна первой. Ну, чумуху мы сейчас уничтожим. Мак-рыцарь в этом плане вообще великолепно работает. Воу! Тэ! Нормально так прописали. Первый поединок просто на изи. Легче легкого. Ну что, поехали тогда дальше. Поехали тогда дальше в бой. Второй этап. Здесь прибавляется привидение. Да ничего страшного не будет. Ну да, выпустил своего мелкого хлопца. На подлетке здесь теперь будет нервировать нас. На тебе. А зачем я вызвал зомби этот вообще не нужен здесь, его уже. Идет отравленным. Идет отравленным, бамс. Ну все-таки взорвался, успел. Есть. То есть получается, что призрак, пролетая через наш отряд, он вешает. Или это просто наш зомби такой начинает моргать, типа отсчет у него идет. Потому что я не видел, чтобы другие наши бойцы шли и у них постепенный урон был. Нет, скорее всего, это просто на зомби. На вот этого, на зомби-камикадзе действует так. Кстати, здесь служитель тьмы будет, его надо опасаться. Давай-давай, опа, молодцы, красавчики. Быренько мы с ним. А вот и служитель тьмы появился, да? Он тут особо сильно не повыпендривается. Пока. Да я думаю, что вообще сильно не повыпендривается, потому что тут уже все. Как говорится, до свидули. Ха, вообще раскатали моментально. Так, предпоследний этап. О, кого я вижу? Я вижу там некро. Будет сейчас красться к нам. Блин, а вот против некро как раз-то вот... Только чумная, если против некро, хорошо заходит. Потому что... Она его достать не может, да? И колобки эти как раз будут уничтожаться. Да, мы, наверное, так и сделаем. Начнем через чумнуху. Блин, а если он сейчас служителя вызовет? А, он хитрозадый. Ёппарасетен, да ладно. Просто другого варианта не было, ребят. Так, пока идет все хорошо. Я не понял, а тут-то что взорвалось? Разве там зомби шел? Я что-то как-то не заметил. Отвлекся на свои дела.
Так, подожди, а что? Блин, ну да ладно. О, нет, это не то. Твою, твою налево, ребят. Не хватило буквально чуточку, а? Не хватило буквально чуточку нам подраться, чтобы я взял награду. Ну что, дорогие друзья, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.